Невосполнимая утрата для Одессы. Краевед, историк, автор многих публикаций об истории города Олег Губарь скончался на 69-м году жизни. Известно, что почетный гражданин Одессы умер из-за осложнений от коронавирусной инфекции. О положительном тесте на COVID историк узнал в январе. Тогда же и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Позже его перевели в пульмонологическое отделение, охарактеризовав состояние мужчины как стабильное. Через несколько дней под наблюдением врачей краеведа выписали, однако ненадолго. 18 марта Губаря вновь доставили в медучреждение в отдел интенсивной терапии. Спасти одессита не удалось. Отмечу, историк около 10 лет боролся с онкологией. Олег Иосифович Губарь родился 16 ноября 1953 года. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и геолого-географический факультет Одесского государственного университета. Краевед работал в газетах «Вечерняя Одесса», «Одесский вестник», «Вестник региона» и журнале «Одесса». С 2000 года выпускал литературно-художественный историко-краеведческий альманах «Дерибасовская-Ришельевская». Почетный член Всемирного клуба одесситов и Европейского интерклуба «Дом Дерибаса». Прославлял историю города и внес большой вклад в развитие Одесского региона. Геолог по образованию, археолог по зову сердца, журналист с многолетним стажем. Олег Губарь был человеком, который внимательно вглядывался в окружающий мир, коллекционировал одесские истории и рассказывал их. Соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка выразил почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Олег Иосифович знал и любил наш город и доказывал свою любовь реальными делами. Он оставил нам более 30 краеведческих и художественных книг, бесценных литературных трудов и публикаций. Олег Иосифович знал и любил наш город и доказывал свою любовь реальными делами. Он оставил нам более 30 краеведческих и художественных книг, бесценных литературных трудов и публикаций, результаты его многолетних исследований. Олег Губарь – автор и инициатор интереснейших проектов, мемориальный комплекс первого городского кладбища в Преображенском парке, «Старики деревья», «Одесский некрополь» и других. Это был человек с высокой гражданской позицией. Абсолютно заслуженно Олегу Иосифовичу было присвоено звание «Почетный гражданин Одессы». Его уход – большая утрата для города. Соболезную родным и близким.